Здорово, Twitch, здорово, YouTube. Сегодня мы делаем Weekend Ranked на агро-паладине. У нас есть на это всего 2 часа 12 минут, поэтому не будем тормозить. Начнем с клейма годсов. Заклеймили мы 9 годсов, почти 10 за 720 фрагментов и за 450 фрагментов. Такие вот суммы. За 8 побед в солярке дали почти 6 годсов. Мы стартуем в ранге Eternal Diamond. Вот колода паладина. Она подписана мифик, я на ней попал. Из аурика в соляру, соляра в диамонт. Она стоит недорого, но эффективно, если заходит. В принципе, как и все другие колоды, но что есть, то есть. Так, я полетел раскидывать оповещения в Discord и Telegram. Пока я это делаю, ставь лайки, подписывайся, звони в колокола. Потому что это важно, это нужно. И это мы практикуем. Что еще могу сказать? В последнее время много стало людей в годсах. Это, наверное, из-за площадки Epic Game Store. Что это значит? В целом, тенденция мне нравится, но не нравится одно. То, что никаких новостей нет в Дискорде котцов. Уже какую неделю? Ноль новостей, не знаю, где они их постят. Но их вообще нету. Ни одного оповещения. Ни одного прикола. Кстати, откроем паки. У нас 4 МЖ-пака сегодня будет. За прошлый уикенд в аурике. В аурике я сделал 14 побед. Это очень много. Надеюсь, что все будет хорошо. Оперативы хватит. Противники будут на высоте. Никто не будет винтрейдить. И в целом получится быстро отыграть викенд. Не люблю затягивать. Блин, это похоже на паладина. А, нет, это агрота. Я подумал, как будто бы нет. О, хвшка. Теперь главное занять стол. Так, против нас шифровальщик. 3 вопроса. Надеваю меч. Потому что если я выставлю Аксвумана, есть большая вероятность того, что этот паладин вызовет такого же Аксвумана и бафнет его на хп. Все, мы все выставили. Посмотрим, какой будет топ-дек. Какой будет ответ. Будет ли левики. Что он сделает в ответ моему ходу. Так, ордер пошел. Это плохо. Сложно что-то сделать пацифисту, когда его бафают, когда он бафается. О, еще одна хвшка. Значит, сделаем что? Ух ты. Экзо онлайн. Спасибо за рейд. Здорово. Как оно? Такс. Я убиваю его.
Потом иду в лицо и кидаю ХВшку. Все равно, что бафнется пацифист. Неприятно? Ну, что поделать. Неприятно. Затягивать игру нельзя. Время мало. Победа призрачна. Что там? Серн. Круто, крутой заход у чела. Ничего не сказать. Добрал карты. Продлил ордер. Я никого не могу убить по-прежнему. Ладно, консидим по фасту. Тут нету смысла. Здорово, Дов. Здорово, Аллегро. Блин, это Диамонт, офигеть. Как же тут всем везет. Спасибо, спасибо, Аллегро, и тебе тоже. Соперники... Коперники. Ну чё, прорвемся. Времени мало. Поэтому лучше быстро консиднуть, чем питать себя надеждами, которые не сбудутся. А теперь я хожу второй. Амбассадорки ничего не... Нет, только роль дали, какой-то факелоносец. Там точ какой-то там. Блин, плохо. Плохо, плохо, плохо. У меня мало шансов победить против Хайден Раша, когда он ходит первый. Новости будут только после того, как найдут картинку для нового режима. Нет, мне кажется, новости будут, когда они найдут новый логотип. А то что-то давно новых логотипов не было. Я не знаю, в чем прикол роли, просто роли. Вот так. Против агропаладина. Челу карту пришли. Секретные каналы. Секретные каналы. Будущего. Узнай или умри. Все, понедельник. Активизировались всякие боты. Значит, мы берем фронтлайн. И мы берем 2 хп. Или один армор лучше взять. Лучше возьму один армор. Они весь стол бафают. Нифига себе, я думал, он только себя бафает. Прикольно. Что он будет? Котик отдал.
Баф забрал. Им нужно еще один урон нанести. Да. Ясно, понятно. Мне все понятно. Колода не дешевая. Заход идеальный. Сделать не смог ничего. Бабл. Он бы и баблы сбил легко. Бабла-то обилкой сбивается, он бы просто подождал пару ходов и все. У меня бы не было все равно возможности его убить. Они же с Хайдена не выходят, не выходят. Здорово, Эрбиум, спасибо, тебе тоже. По-быстрому сыграли и вообще найс. Просрали, ну значит просрали. Шансов было мало. Бенедикшн. Танки. Ты... Там у меня особо танков много нет в аренде, только вот этот хиллер. И все. ХВшка, так Весперку надо поменять. У него этот был. Вы поняли. Который крадет 2-2 существо. Два котика, баф на котика. Это может быть лучше. Ну да, неплохо. И ранг поднял. Тебя немного бустанул. Здорово, Экзи. Блин, против Хайдена вообще ничего не могу сделать. Абсолютно. Что-то обосрался на этом уикенде. Вообще не заходило. Надо отдохнуть от годсов, что-то надоели. Но и тоже ничего не меняется. Конечно. Годсы не радуют. Важно беречь хп. А, надо было ударить Аксвуманом. Глупый, глупый. Это говна. Меняется же сколько? 2 года? Полгода точно не меняется мета. Как Амберо не вышел, мета больше не менялась. Да, в этот раз Бенедикшеном не пахнет. Четыре, семь, девять.
Ему нужно найти 5 урона, 4 урона, 2 урона в магазине и кого-нибудь бафнуть на 2. Один баф у него был. За 7 карт будет ли еще один баф? 2, 4, 6, 8, 10, 12. И какой-нибудь бафчик. Ну, по-хорошему должен хилиться, если не глупый. Потому что если мне придет радиант, это будет 2, 4, 6, 8, 10 и 6, 16, 18. То, что хартук, которым баланс и тинклют. Во все контроль клоуда падает хорошо, демонстрирует общее настроение рынка. Ну да. И радиант пришел, и чейнинг пришел. Все пришло. Поздравляю, мы прошли игру. Инфинити ману на балансировку. Ну вот, они балансируют корсет, наверное, до сих пор. Больше-то они ничего не могут балансировать. Может быть, инфинити мана работает так же быстро, как и сами годсы. Карты показали им, наверное, новые какие-нибудь из допсета или основного сета. И они думают полгода, как же их сбалансировать. И сбалансируют, как... В очередной раз, дав понять, что агроколоды никому не нужны, сделают какие-то имбалансные контроль карты с бесконечной стоимостью. Играйте, фри-то-плей игроки на Epic Game Store, которые бесплатную игру скачали. Радости, конечно, полные штаны. Теперь они будут балансить так и усилять свои контроль колоды. Чтобы у них коллекция только росла. Конечно. Можно смотреть кошельки аккаунтов Infinity Man и сразу чекать, как будет настроена мета, какой архетип, какой трайб. Не думаю, что они будут стоять в стороне от такой возможности. Предлагали кикнуть их со всех туриков, потому что с балансом они будут заниматься спекуляцией рынка. Да. Уверен 100%. Блин, вот так работает этот паладин. Вчера ты король, сегодня ты говно. Когда-то, если мети матчмейкинга будет ок, он сделает тебя львом толстым. А когда матчмейкингу и рандому невыгодно, и в магазине нету карт на паладина, то ты станешь просто толстым львом. Роуджек, нифига себе. Если дневной стрим. Или вдвоем не стримля, когда просыпаюсь утром. Ну вот. Получается, как получается. Спасибо тебе тоже. Вообще могут жить игры без баланса. Это называется Web 3. Игры без баланса. Что, монетка? Шрапнелька и следующая катка. О, он разогнал ману. Забавно. Уф.
Его спасет только лютый таун за 6 маны. Тигр был. Катали пару недель, понерфили. Да, Гала работает быстро. Вот помнишь, вот эта хрень, когда тебя выкидывает из матча, и ты 3 раза нажимаешь да, и только потом катка ищется. Тоже, месяц не прошло, они уже исправили, больше такого нету. Круто же. Но Gods Unchained это не про это. Это про то, как срубить бабок в продаже карт. Найс. Быстро, качественно, надежно. А, это уже четвертая игра. Четвертая игра, это хорошо. А, кстати, паки. Паки его откроем. Что-то я это... заигрался с кнопкой Concede. Рефреш мета. Какое рефреш мета? Чил. И только чил. О, барончик. Найс. Когда-нибудь там, может, в сентябре что-нибудь случится. Под конец квартала отчетного. Когда у них там... что там, роудмапа по кварталам ждет. Ну вот под конец квартала, может в начале уже следующего что-нибудь выкинут. Зря они роудмап что ли делали. Blizzard Bolt, Ray, норм. Рабочие карты. Ну если ничего нерфит, мы живем в говне. Да вообще, если ничего не делает, то живем в говне. Так, друидчик кое-как используется. Этот топор тоже иногда видел. Люкаус тоже неплохо. Люкаис. Сравнил. Там программисты в штате есть. А-а-а. Ясно. Так, рарка. Две рарки, правда, такие себе. И хантерка шадл. Рабочая карта, рабочая. Вспомнил. Что-то начинал челлендж за 300 часов English забросил. Да нет, я просто подсел на телефонные игры. Из-за того, что поменял аккумулятор, мой телефон стал как новый. И сейчас со временем это эндорфиновая яма когда-нибудь все-таки заполнится или опустошится. И я его продолжу. Просто проблема в голове. Траблики, траблики. О, шкулярчик. Троечка. Нормальные паки. Правда, ничего хорошего, но лучше. Так. Дуолинго проще с телефона играть. Да нет, не Дуолинго. Ну я не спорю, да, с телефона попроще. Но я в Duolingo не играю, я больше деградирую в телефоне, чем развиваюсь. Такая суровая правда. Так, что у нас, контроль? Или амазонки? Для этого сейчас и делают. Ну вот, да. Надо... дойти до момента, когда мне это надоест, чтобы я перестал. Роберт Шо. Роберт Шо, я смотрю, там много всяких новеньких людей, кто катает в Годсе появилось. Как ты можешь прокомментировать это? Нужен левик.
если левик не придет, можно консидить. Просто 4 единички у природы, 5 единичек. 5 единичек и 1 двоечка. Да ну нахрен. Опять эти идеальные заходы от Wild природок. Давай, топ-дек Wildfire. Четвертый квартал на 8. Да я в душе не понимаю. Может быть. Он ходил какой? Второй? Да, он ходил второй, и такой заход. Он ни пушки, ничего не, нету. Просто это заходище. И все конфузы попадают. Скрипту. Да нет, слишком быстро ходит. Все. Дальше идем в соляру. В соляре будет попроще. Это тут настолько, конечно, челы роляют. Правда, не факт. Косметический сет. Да опять дополнительный какой-то сет говна, который изменит мету. Мейджор изменения меты. Мейджор изменения меты. The Gods Unchained. Хаос, новый режим. Ну да, а толку от него? Новый режим. Никак не влияет на игровой процесс. Мировой чемпионат мобильной версии 2019. Это пыль в глаза тех, у кого не просят деньги. Наверное, кто-то играет. Истинные мазохисты. Называю так фанатов. Теперь мне пришло 4 единички. А это, наверное, контроль. Теперь я набрал 2 маны, то тут победил. В смысле? Нет, я не играл. Зачем в него играть? Серьезно? Зачем? А, с 2 маны Дроломара крутит. А Дроломар, он же понерфлен. Его хоть крути, хоть не крути. Толку-то. Стало много природ попадаться, да и... И да, и нет. Опа. Джек, нифига. Сейчас скину. Ты есть в Дискорде? Мне нужен твой Дискорд. Я веду статистику. Еще не статистику, а, так сказать, перепись держателей. Ой-ой-ой. Раз. Два. Нормально.
Бронт нет. Армор. Вот так тут. Не так был протектед. Ладно. Судя по тому, что я видел, агро воинов, вообще воинов стало поменьше в мете. Надоели, походу, людям они. А бокового стало больше, не знаю. Джек, а это у тебя есть на этом кошельке сеть BNB? Если есть, то найс, потому что токен-то в сети BNB. Ну, все, супер. Потому что просто заново в мете, так сказать, агроколоды. И оно бы тоже в мете. Вот в чем дело. А оно бы в мете почему? Потому что глимвиверов все перестали носить. Да, и даже без глимвиверов можно как-то аккуратно сносить хп. Плюс... нету в мете тех чуваков, которые могут очень много хилить лицо. Вот и все. Поэтому оно бы и в мете. Есть, я не спорю, но их гораздо меньше, чем в тот момент, когда ты левал скотсов. Чек ты не даст, окей. Так. У меня тут просто гонка на выживание. Мне нужно сделать викенд до того, как он закончится. Я хожу второй. Нужны какие-то ремовы. Ладно, пойдет. Taken anymore. Блин, одни шейхи. Ладно. Главное, чтобы оно... Угу. Вот это и произошло. Это луз. И нужно будет импортировать твой токен, или он сам придет. Я тебе контракт скинул. И ты добавишь его, наверное. Сейчас все сделаем. Отправить один токен. А куда отправить?
странно, как-то MetaMask начал работать. Куа-куа, мы, помнишь, шантов выигрывали, мы в раздаче. До сих пор нету. $0.06 газ. Поехали. Так, сейчас я тебе скину контракт. Надеюсь, он убьет кого-нибудь. Battle Pass. 50 биксов много. Да не будет никогда. Battle Pass. Даже год Sunchain. Вот контракт. О, он убил кого-то. Шикарно. Глупый, глупый воин. У него одно хп останется. Может ли он меня убить? Проиграл, значит проиграл. Мой токен. Доллар. Доллар в BNB сети. А, мана нету. Goodbye, amigo. Тебе можно понизить газ 5 раз, если юзать кастомный RPC. АНКР. Блин, я то сеть какую-то 63 или 69 поставил. Теперь еще можно газ снизить. АНКР сеть. Блин. Откуда ты это берешь, Антов? Чем лютого роста. Но когда-нибудь он будет. Когда-нибудь он будет. Закрепился в солярке. Корпак откроем. Да я сказал, токен стоит BNB сети доллар. Если BNB стоит $250, то токен стоит доллар один. BNB эквиваленте. Снижаю в BNB, всегда газ один. Один цент. О. Элсворд, неплохо. Иксы неизбежны. Когда-нибудь будут иксы. Если BNB вырастет 4 раза, то токен вырастет тоже в 4 раза. Соответственно. Плюс, когда-нибудь я наберу эмиссии на $1000. Залью ее в пул и сделаю видос. Кто-нибудь когда будет покупать или продавать. Короче, получить можно только за баллы канала, либо купить. У меня миллион. Но толку от него. Продать-то я никому не могу его. Пока сам миссию не сделаю, сам себе только смогу его продать. И все. Какой смысл? Ну, если люди будут покупать, зачем его продавать? Нужно будет увеличивать эмиссию. То есть, если кто-то его будет покупать, то я буду его продавать, чтобы опустить цену примерно до этого значения изначального. А все, что сверху получится фармануть на тех людях, которые будут его покупать, будет идти в ликвидный пул для того, чтобы удерживать цену на том значении, на котором она должна быть. И так будет где-то до $100,000 и 100 тысяч монеток за токен.
Где-то 100 тысяч, я думаю, долларов на 100 тысяч токенов. Это будет нормальная миссия. Здорово, Экзо. Фига себе, у тебя есть сапка. Ты попал под раздачу бандита. Здорово. За скам прогноза BNB вырастет 4 раза. Да нет, я говорю, если BNB вырастет 4 раза, то цена моего токена тоже вырастет 4 раза. А так, как бы, если он стоит 250, то по доллару можно продать будет. На панкейке. Можно скупить всю ликвидность. Да, можно скупить легко. Но это будет стоить дорого. Может, и недорого. ХВшечка. А, переименовался. Ё-моё. Я понял. Вы все переименовываетесь. Только успеваешь запомнить один ник, теперь уже второй. Все аккаунты. Паразиты мира криптовалют. Мультиаккаунтеры. Хотя они нужны проектам, чтобы им выделяли деньги. То есть проекты скамят инвесторов за счет того, что проект скамит мультиаккаунтеры. Поняли схему? И пока из этой схемы... Короче, когда научатся это все понимать инвесторы, тогда мультиаккаунтинг и все вот эти аирдропы закончатся. Но что-то они вообще не выкупают. Или не хотят выкупать, я не знаю. Что вообще происходит в этом мире? Стримить начал, что превьюшка не менять. Переминался. А, хорош. Как успехи. Они инвесторам просто цифры накрученные показывают. Да, 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 да. И все. Не более. Для анализа онлайн игры Hearts and Chain. Чё там? Инвесторы уже закончились, пока никак успехи. Ну, а, ну я уже смотрел, когда на войне играл эту статистику. И она не внушает особой радости. Блин, скоро анбаунд. И все, я проиграл. Лучше сюда. Что нам нужно? Protected и хп, наверное, или Protected Armor.
Какая-никакая защита от анбаунда. Ё-моё. Оу-хо-хо. Зафака. Эмберонию. Где он бы выставил Эмберонию? Сейчас откроем для анализа. Нужно будет еще хром подвязать, а то не подвязывал его. Наваре статистики тоже не устраивает. Ну, я наваре не смог апнуть диамонт, но Викенд нормально сделал. Блин. Уже просто в арт улетит. Шрапнельку сжечь. И бабл. Анбаунд его не спасает. Только Эмберон его спасает. 2, 4, 6. 8, 9 хп отхилит. А я смогу ему нанести 3, 4... 6, 7, 9. Не смогу убить. Нужен быть баф. Паладин уйдут, и будет много рок. Тяжело. Иногда получается Хайден победить, но если у него сильный заход из единичек, это нереально. ГГ мейнчик. Тянешь мое время и свое. Макс мифика только свалится 5. На мифике не все так радужно, как обычно. 4 победки в диамонде. Это вроде уже пачка синяя. Лучше качать атаку в деке или макс дефенс. Баланс, баланс. Лучше соблюдать баланс. У нас тут... Хотя, например, на одном и том же уровне... Во время Викенда держатся показатели. Не знаю, это люди или не люди. Когда... Ну, короче, одно и то же. Может быть, какую-то рекламу покупает в EGS, чтобы на главной игра была. Может быть, нет. Только не понимаю, а кого тогда побеждает контроль смерть? У кого? Воинов, наверное, побеждает контроль смерть. Или природок контрольных. Других контролей. Контрольных паладинов, контрольных воинов, контрольных природ.
Это же Uber хрень. В контроле смерть никто никогда не осилит. Там столько зачисток. Может, контроль мага переезжает. Такс. Это он, конечно, зря сделал. Такс. Что я пропустил? Гиганта 8-8? Ну нет такого. Макс Дефенс. Макс Дефенс дорого стоит. Ему можно переехать. Максив сыграю на контроль природе. Но это долго. Немножко мазохистский подход. 5-6 чел в топе с вопросиками. А, ну да. Такие в игре теперь приколы. Все убеждать, кроме контроль и агробман. Ну да, какой-то полубаланс. Не дай бог он и какую-нибудь четверку поставит опять. Но это же вообще жесть. Я никак не могу за стол зацепиться, а он мне тушки выкидывает за 4 маны. Кабан. Окей. Надеемся на чудо. Смерть побеждает другой контроль. Контролем. А, и что тут гениального на этом скрине? Надел пушку и передал ход. А, когда котик на столе стоит. Ну да. Норм. Хороший соперник. Походу прострою эту катку. Викиста бафнуть. И всех бафнуть.
Или проигнорить. Он меня допинает обилкой. Да. Задавил, задавил. Бывает. Сколько драконов? 200 биксов печатается. Я не знаю. На иммьютабле как-то надо искать это. Вышел после того, как кот сломал пушку. Ну, может быть, не знал. Это челик, наверное, купил колоду, играет в EGS. Мало что про игру знаю. Здорово, Дакер. Как оно? Спасибо тебе тоже. С кайфом наблюдать. Ладно, ставим. EGS Epic Game Store. Игра же в Epic Game Store вышла. Там, где Fortnite и все такое. Ее теперь можно там скачать. Но надо регистрироваться в MetaMask и так далее. Ну, слушай, если бы она не вышла в Epic Game Store, она, может быть, онлайн бы еще сильнее падал. А так, хотя бы падение немножко замедлилось. Обзор мета. А что меняется? Что-то меняется в мете? Появляются какие-то другие... Ну, давай посмотрим. Агророга. А агророги не были в мете? Они же всегда были в мете. Это был вопрос времени, когда какая-то колода займет первое место. Это же рандом. Мы же это прекрасно знаем. Это рандом анчейн. Он сможет раптюрку перевекинуть, чем я поставлю Астериусу. Ладно, защитим хотя бы этого пацана. Скорее всего, я думаю, он сейчас скинет тройку, которая снесет всем один урона. Будет плохо. Но это, конечно, понятно. Тут как бы... Волков боятся в лес не ходить. Я обедаю. Первый день на новом работе. Хорош. Приятного аппетита, Дакер. Он призовет одного.
Я ставлю Астериуса. Чтобы место было свободное. Контроль смерть надо резать. Так там уже резать нечего. Что там резать? Как же под раптюрку все красиво стоит. Да, Гравар выиграл. Weakest all. Each. Летала не было. Бам, парапум, бум, бам. Нормально. Это соперник говна с колоды говна. Так, мы успели сделать 10 игр за час. Отлично. По идее, успеваем уикенд бахнуть. Грабман тяжело играть. Не знаю, как без везения взять топ-1. Блин, ну такая мета. Нету у челов АВЕ зачисток. Все играют на грате. Все пытаются разбить друг другу лицо. А среди аграты... Агра... Десепшн сильный. Потому что его сложно законтрить. Единственный, кто его контрит, это паладин, которому повезет кинуть бенедикшн на весь стол. И все. Так, и потом начнет дальше забафать. Это... чудо. Плюс какие-нибудь контроль маги тоже могут зачистить. Природка, да. Природка — это сильнейший соперник. По природке, как мы видим, вообще не в мете. Чем меньше природок, тем больше хайден десепшенов. В этом-то и прикол. Так, первый ход. Я уже не отмечаю первые ходы, я не пью вторые. Челсарик Саурика взял колоду. На 8 наварке отыграл. Неплохо. Меня из-за... А, изи, дрючит любая природа. Природа страдает, но когда она играет против себя и у нее есть дорогие карты, чаще всего тебе не заходят. Но это так. Против воина природа не всегда хороша. А так чувствует она себя неплохо. Любая природа выиграет агророгу. Нужно только взять правильную билку. Да.
природе тоже может не зайти. Природа плохой выбор для ладдера. Сложно на ней. Это факт. На контроль природе по полчаса играть каждую игру, не имея 100% вероятности на победу. Залог нездорового мазохизма. Но в этой игре, как и в жизни, у всех есть выбор. Только порой этот выбор стоит денег. Неважно, чел ставит котик, ножик с монеткой, это просто обилку. Он может поставить люркера, а тебе не выпадет конопи с молнией. И потом после люркера еще дальше вызывать существ. Сделаем так. Я убил амазонок, контроль природу на грабмане. Но очень тяжко, проще мага победить. Конечно. Как тебе танк с маг дефенса 15 кхп? 0 урона, супер медленная консервная банка. Это какой смысл? В этой игре так не работает. Ты не сможешь выиграть игру за счет этого. А в годсах можешь. Знаешь, разные игры. Армор и... Бабл ХП. Протектед. Он уже ливнет или не ливнет? Только можно дисконнектиться. И как, наверное, я тогда зашел, меня 4 раза выкинуло. Пинг был, наверное, 9000. Сервера Gods on Chain. One Love. Как попадал стопилот. Но все равно у тебя был урон. Какой-никакой. Но за счет этого ты не победишь. Как бы Gods игра не командная. Это у меня, если что. А Спайдер-танки командная игра. Нет у меня. Что это за оповещение? Какой-то ЕИП вышел. Для эфира. Doing.
Чавыри танк, целых 2 бакса в танках. Лучше, знаешь, сейчас же реферальная система в танках. Пригласишь 25 друзей, а если каждый сыграет 10 игр, или 10 побед сделает, то ты получишь танк, там еще скин, шапку и так далее. Тело тигра, пушка, баунсер. Серенькие. Или зеленые. Хочешь пригласить сам себе 25 раз. Но если он сможет это сделать, то флаг в руки. Там, да, банят. Все жестко проверяется, жестко банят. Аптюрка. 3 существа у меня остается. Сколько урона? 6, 8, 9. Все, летал. Не успела я сказать летал, как он нажал консит. Так, все. Кстати, делик. За 5 побед и одну в диамонде, дальше 147 фрагментов. Почти столько же, сколько 8 побед на Аурике. В Дискорде там вылавливаешь челов, которые скидывают свои танки и говорят, вот, нужны пилоты, нужно сделать 10 побед, и когда они не пишут ранг. Если они ранг не написали, сразу пишешь плюсик и кидаешь ему свой никнейм и этот, и айдишник. Важно, чтобы они еще хонор не просили. Если они еще хонор не просят, то просто берешь танк и играешь. Может быть, их даже устроит то, что ты делаешь по 10 побед, даже если у тебя мало хонора. И будут тебе его часто давать в аренду. Менеджер пишет про Honor Event, нет официальной инфы. Рычки просят Honor в чате пилотов. Ну, когда-нибудь. Когда-нибудь. О-о-о. Блин, тоже как бы победка не светит мне тут. Можешь украсть? Нет. Это... Так не работает. Какой ход лучше? 3 акалитки или мадама и акалитка?
Лучше, наверное, мадаму. И одну... Нет, монетку не буду трогать. Я проиграл, скорее всего. Что бы я не сделал. Все время 100 плюс баксов. Скидывались просто так сейчас. Куда просто так? Какое наше время? Тебе даже 25 нету, наверное. Даже 18 нет. Тем более. Что ты такое несешь, твою мать? Из-под стола. Еще в тапке сыт, ты это имеешь в виду? Не приучили к горшку. Три, шесть, 12, 14. Про лето? Какое лето? То все равно. Вот у него есть летал. Пушка, меч. Не, ему... у него была руна с магаза. Здорово, Севен. Да. No chance. По-быстрому зато сыграли игру. Во-первых, хожу. Нужна пушка. ХВшка окей. Мадама не окей. Ладно, ставлю Аксвумана, потому что я смогу, если что, одно хп добить лучницу. Если он Аксвумана поставит и бафнет его. Ну, это, скорее всего, контроль. Если это контроль, то все плохо. Экзе, что ты рейджишь? Просто... Не рейджи. Хочется хвшку кинуть. Пушка в гоцах? Что за новая пушка? Ладно, сделаем вот так. Пира Кэна называет 4 прочности. Делает вообще ничего. Это старая пушка. Она не новая. Ну да, да. Выглядит еще старо, странно так. Баланс. Это называется... Баланс Gods Unchain. Баланс Unchain. Опа. О, ништяк. Таунт Паладин. Что это такое? Chosen One Paladin. В среднем патч мою механику удалили из
кода. Удалили, удалили. После того, как призываете Олимпиана или Мистика, дает ему один армора. Надо убивать. Блин, как же я вспоминаю с трепетом тот момент, когда я подрубил танки. Через 5 минут меня отхлебнула вебка. И я судорожно пытался ее починить в течение 2 часов. Было жестко. Но я смог. Чуть, правда, не сломал ее нахрен вообще. Она стоит дорого. 18 косарей мне обошлась. В далеком 2020-м. 3 года уже. В Амере. Гарантия год. Я начал смотреть гарантию Logitech. Там год, год, год. Мазафака. Начал разбирать. Она не разбирается. Начал искать видосы, как кто-то разбирает там одни обзоры. Подумал, ладно, если у русскоязычных одни обзоры, кто-то должен ее разбирать в мире. Нашел одного чела в мире, который разобрал ту вебку. Он ее так разобрал, что потом никогда ее не соберет. Я понял, что лучше не трогать. Решил поменять порт. USB, что ничего не получилось. Думаю, твою мать, ну все. ГГ. Потом опять попытался разобрать, прогреть и так далее. Ничего не получилось. Когда я поменял еще раз порт USB-шный, она заработала. Просто с какого-то хрена 3.0 порт на моей материнке отхлебнул. Не думаю, что это вообще реально. Походу, это реально. Кто-нибудь сталкивался с тем, что USB-порты отхлебывали? Так, это что у нас? Агрлайт за 55. 560. Нормально, нормально. А что тут не так? Ягмод. Так, Стоунвирт, Пизника, Бомбадил. Что тут не так? Фига, у меня дождь там хренарит за окном. Так, сколько у нас есть времени? 47 минут. Нету времени чекать ничего. Звание Деки? School teacher quant или что? Agrolight. Экзи, Ануб, ДС. Что тут не так? Анубиан, ДС. А это не он играет?
Так это он сам играет ей. Он сам себя такой придумал. Не понимаю, Антов. Ни хрена не понял. Армор 2 хп. Гениально. Давай, старшар, два старшар болта по-братски. Я хочу это увидеть. Так, а пока ты думаешь, я чекну, что там по победам. 1 старшард болт. 1 Blizzard болт. 'Кай максимально неудобно ставлю существ для шрапнельки. Угу. Но у него есть хэтчлинг за 5. Ладно, дам бабл. Можно было его еще бафнуть, но я не подумал. Туплю. Здорово, Медекс. Викенда катаешь. Да, викенд на паладин делаю. Как оно, Медекс? Фулюс. Сколько существ доживет до Астериуса? Как будто бы немного. Четыре, восемь, одиннадцать, тринадцать. О, мэнчик. Какой в очко разгон маны. Овечку получи. Ладно, ГГшку ты мне кинул. Я тебе ГГшку кинул в ответ. Закинул. О. В Диамонт вошел обратно. Вот так.
Нежданчик. Восемь побед — это два пака. Чтобы получить три пака в Диамонде, а МЖ сета, нужно 10 побед сделать. А за 11 дают 4. Из них 3 эпика и 1 рарный. Блин, такой, конечно, скам на паке в Диамонде. Не то, не то, не то. Нужен мистик, чтобы можно было пушку с тремя прочь. Ой, хорош. Блин, слишком много мистиков, игра. Пожалуйста, не останавливайся. Don't stop it. Be faster. Be stronger, be higher. Просто двоих убил. Изучак. Ну, во-первых, ходу. Да. Возможно, я поздно начал их считать. Но их нереально много. Это как бы нивелирует мое количество вторых ходов на основе. Только так я это могу объяснить. Будет ли он пушку убивать и калитку, которая призвана с обилки? Или он выставит таунт? Не таунт. Сюда. Сюда. И вот так. Урона, конечно, маловато, но стол как-никак за мной. Надеемся на бендикшены. Надеемся, что... Это я знаю, как убить. Тут без разницы. Заберем вот этого мальца, чтобы он его не забрал. Watching slowly you. My choices define me. Hmm.
Наверное, надо сделать вот так. Призвать текалиток. Надеется на баф. Что ему не придет таун с паблом. Волк, игра. Плохо. Не успею. Чел, у тебя одна карта? Зачем ты тянешь время? Ты либо консиджми, либо действуй. Действуй. Вот так. Отлично. Мистик оставлю на всякий случай на столе. Давай быстрее, я уже овечек буду тебя кидать. Все, отлично. Он понял, он понял. То надо дальше. Искать соперника, коперника. Девять побед, это вроде два пака по-прежнему. Один, нет, это два рарных. Нет, один эпический, один рарный. И пять кор-паков. Скам на паке. Так, когда не скам? Оставляю, оставляю. Вставляю. Ходил я первый. Нифига. Контроль, похоже. Было время, продавали Веспер за 25 баксов после рефреш курса, тогда было, было. Подтверждаю. Блин, заусенец на пальце душит меня. Просто развал. Что творю? Давай сюда куда-нибудь. Да ну. Что там скоро будет? Всеми нам любимый Вайнс. Нет. Это Fast Concede. Десятая победка. Три пака. Это даже не закреп в Диамонде. Десять побед. Два эпика, одна рарка.
Блин, я так много паков форманул. А на основе сколько сделал паков? Три тоже. Если еще одну победу смогу сделать, будет мощно. Открывал паки. Ну, ничего хорошего с толком не выпало. Вот. Как, в принципе, этот заход. Ничего хорошего. Шаду картонки играбельные. Там, с рывком выпала амазонка. Как будто бы, если не придет ремув, Fast Conceit. Fast Conceit. Диамодный шейх. Спасибо, спасибо. Я вас understand, вы меня understand. Мы understandable. Задавили бабками. Я, конечно, мог бы что-нибудь сделать, но... Не с таким мулиганом и не с такими картами в руке, то это точно. Deception. Блин, я ходил. Какой? Первый ходил. Или второй? Второй вроде ходил. Рано. Нет. Мистик нужен. О! Это начало пахнет победой. Но так или правдив этот запах? Возможно, запах победы схож с запахом говна. Не хотелось, конечно, такое сравнивать. Но запахи это такое. Много сотен тысяч лет эволюции млекопитающих привело запахи в эгиду безопасно-небезопасно. Этот запах явно не похож на знакомое нам понятие безопасности. Но он имеет надежду. Запах надежды, так сказать. Надеюсь, эта надежда не живет на улице и моется хотя бы раз в день. Beautiful sound. Я так быстро на паладине никогда в жизни не отыгрывал. Не меньше 2 часов. Я вроде быстрее, чем на воине смог отыграть. Лицо будет бить. Серьезно? И он его сможет спрятать еще раз. Вау. А я смогу... снять ему Хайден. Жаль, что она так странно работает, Валика.
Ага. Я слил, наверное, катку. Я хотел убить люркера. Блин, я не знаю. Я увидел эту вальку, подумал. Сейчас я тебя накажу, а в итоге обосрался. Бывает. Бывает. В описании трансляции не было написано. Гений играет на дешевом агропаладине. Какие могут быть претензии? Скоро танки. Какой аурик? Я в Диамонде, я почти даже закрепился в нем. Итого у нас есть 3 пака за этот уикенд, 10 побед. Ну, если бы я еще умел играть, победок, возможно, было бы побольше. 2 рарки в рарном корпаке. Правда, они такие себе. Подведем итоги. У нас 650 фрагментов, это будет 5 годсов. 5 годсов. Сколько стоит 1 годс? 1 годс стоит 15-16 центов. То есть он свалился и в нисходящий канал ушел. Как четко торгуется, как будто бы не скам. По пакам ситуация 10 побед, такая, как и было, так и осталось. За 2 игры я не смог не победить, а смог только проиграть. Слышал, гений разработчиков Blizzard, в Diablo новый сезон выпустили. Все, что они добавили, это 3 новых и малба. Не рифанули все билды. Ну, Diablo переоценена. А там я видел новое это. Ладно. Вот 10 победок. Противники были и дорогие, и недорогие. 700, 150, 240. Что еще? 55. И 600. Ну, это Диамонд. Почти мифик. Все небожители спускаются с мифика в Диамонд. Поэтому такие результаты. В Диамонд мы опять вернулись. Соляры. Значит, колода работает. Рабочая и имеет быть.